Сегодня воскресенье, сегодня банный день, смена постельного. И окна протерла, вы прекрасно видели у нас, потому что на окнах идет конденсат. И вода каждый день, вот каждый раз приходится. Ну не каждый день протираем, а где-то 2-3 раза в неделю. Вот так вот мы окна протираем от воды, еще вот на кухне сейчас протру, ну и все. А так в целом сегодня ничего не снимала. Блины еще сегодня даже не доели. Еще второй день уже едят блины. Картошку тушеную тоже еще не доели. Все так, что-то никто есть тем не хотел. Зато молоко 10 литров. Сегодня вот оставалось 2 литра. Вчера 8 литров за день улетело. Вот так вот. Молоко у нас любители. Ладно. Дел еще много, надо еще заниматься делами. Это я старые кофточки разрезаю на тряпки, чтобы окна протирать. Всякое такое, потом раз и выкинул. То, что не надо. Печку затопили, дома хорошо, тепло, да, Света, даже жарко, я бы сказала, немного. Так что вот такие вот дела. Если вам понравилось это видео, не забывайте написать комментарий. Ну, а я продолжаю заниматься своими делами. Да что? Ребята, всем уже добрый вечер, я в баню сходила. Одела я вот такую вот кофточку красную, она очень большая, но она классно ночью в ней свободна и ничего не мнёт, не давит. Катя тут пытается пропихнуть, и Катя стоит и спрячется за моей спиной. В бане помылись уже все, белье я развесила, опять стирку поставила. Сегодня постельное меняли, поэтому поставила стирать простыни. Простыни, наволочки. Но пока простыни поставила, потом наволочки, пододеяльники на них выписали. У тебя что цепочка на ушах? О, господи. Так что вот такой вот, ребята, у нас был день. Пишите ваши комментарии. Продолжение будет завтра утром, скорее всего. Сегодня день мам. Всех мам поздравляю с праздником. Всем желаю крепкого здоровья и всего-всего-всего самого хорошего. Чтоб все ваши мечты сбылись. Сегодня смотрела. У меня вот от Мариночки открыточка есть. Остальные детские даже маму не поздравили. А, да, Катя мне подарила лопатку деревянную и все. Это она же для сковородки. Для сковородки, ну, лопатку деревянную. Она говорит, у них в классе мальчики, да, Катя, делали? И вот они всем такие лопатки подарили. Только ее надо маслом пропитать хорошенько. Я хочу на сковородке накалить масло, туда положить лопатку, чтобы немножко покипело, потом переверну и опять покипит. И так будет хорошо. Ладно, дорогие друзья, я сейчас делаю чай, улаживаю малышей спать. И жду, когда у меня постирается, и стирку надо еще развесить. Всем крепкого-крепкого здоровья. Всем пока-пока. Всем добрый вечер, дорогие друзья. У нас уже вечер. Я сходила в садик. Сегодня у нас очень сильно на улице мороз.
утром было минус 24-25. Ну вот у меня знакомые звонили, говорит, у них аж минус 28 было. А сейчас вот вечером минус 12 градусов. В целом, зашла в магазин, взяла детскую зубную пасту для Вани, Марины и Оксаны. Так, ну это я показывать не буду. Дальше потом деткам к чаю купила вафельки. Светины любимые сливочные вафельки. Она любит светлые, она темные не любит пахнуть. Немножко взяла морковки корейской. Также купила 2 литра молочка. Потому что дети без молока не могут. Также купила капусточку. Тут у меня детки сидят. Капусту вот такую вот китайскую. Чего ты этот коврик взял? Зачем? Сесть хочешь? Ну, понятно все. Также купили немножко помидоров, салатик сделать. Что его раскучилось? Молоко, видимо, какое-то течет. Потому что в пакете прям пролитое молоко. Но вроде не видно. Дальше зелень немного взяла. И пол пакета набрали яблочек деткам, чтобы они грызли постоянно яблочки. Это витамины, да, Машенька? Только их, Маша, подожди, я теплой водой, я уже чайник поставила кипятить, сейчас кипячу воду и теплой водой помою, потому что на них как будто бы какой-то, видите, как налет. Их надо очень крепко мыть. Пол пакета яблочек залила. Ой, сегодня яички домашние свои, давай. 3 яичка сегодня, невероятно. Что, у нас куры смазочные? Сейчас я их помою. Это мама. Да. У меня как масло столько, помнишь, что она дня 2 только. Так мне надо машину, чтобы привезти, а я на чем повезу, на горбу, что ли? Я папе говорила, так я, что ли, машину искать буду опять? Там цыплята? Нет, там не цыплята, это будем кушать мы эти яички. Сейчас мама их помоет и в холодильник уберет. Что-то у нас сегодня куры прям нас радуют. В мороз прямо это решили снестись по яичкам. Сейчас помою их и приберу. Ну, в целом, сегодня говорила уже. Марина, тихо! Я ничего сегодня не снимала. Я сегодня отдыхала после... Ваня, тихо. Просто я почитала опять комментарии. И многим блины-то не понравились. Они как... Как же не сказать? Как картонка, что ли. И что только не написали, у меня опять скакануло давление. Я говорю, мне лучше комментарии вообще нельзя читать. Потому что у меня потом подскакивает давление, я начинаю нервничать, я начинаю реветь. Короче, как-то так. Постараюсь не читать комментарии, но все равно прочитаю. Это, знаете, я всегда говорю, я читать не буду, в оконцовке я читаю, я наревуся. Я нервничаюсь, и вот так вот у меня получается. Ладно, дорогие друзья, вот такое было видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не знаю. Настроение упало, если честно, вообще упало настроение. Буду, не буду снимать. Вот пока в раздумьях вот таких вот. Потому что некоторые... не понимает, что многодетным сложно, и вот каждая копейка для них это... То, что я зарабатываю, для меня это хорошо, я могу пойти в любой момент детям молока купить, мясо купить домой. А некоторые это не понимают, они пишут жалобы в опеку. На всякую ерунду. У некоторых, видать, нету детей. И они пишут жалобу, почему вот у нашей Оксаны выпали зубы. Почему у нее передние зубы нету? А вы не понимаете, что у ребенка молочные зубы выпадают? Опека проверяла, что мы ходим в больницу постоянно. Комиссию мы в сентябре проходили. У нее передние зубки вот именно вот эти вот. Здесь два и здесь два. Да, они у нее выпали. Так потому что это молочные зубы. Вы что до нас докопали с этими зубами? Господи. Ладно, дорогие друзья, не буду больше ни о чем говорить. Всем скажу спасибо и всем говорю пока-пока.